Today, we are going to worship Shri Ganesha. Сегодня мы будем поклоняться Шри Ганеше. Shri Ganesha resides in Muladhara, on the chakra, Muladhara chakra. Шри Ганеша пребывает в Муладхаре, то есть в чакре Муладхаре. And not on Muladhara. И не в Муладхаре. In the Muladhara is placed the Kundalini. В Муладхаре пребывает Кундалини. She is the mother of Shri Ganesh. Она является матерью Шри Ганеши. We call her Gauri. Мы называем ее Гаури. Yesterday you saw the picture, the drama, how Shri Ganesha got his head of an elephant. И вчера вы видели драму, как Шри Ганеша получил свою голову слона. All these things have happened in another world. Все эти вещи произошли в другом мире. There are many worlds of which we know of this world. Существует много миров, о котором мы знаем в этом мире. It's a question of our awareness. Вопрос только лишь в нашем осознании. Now we are at a human awareness. Сейчас мы пребываем на человеческом сознании. And we have risen to a higher awareness, which is called as the fourth dimension. Но у нас есть причина обладать более высоким осознанием, что называется осознанием четырех измерений. Without Shri Ganesha, it's not possible. Без Шри Ганеши это невозможно. As you know, he is the symbol of innocence within us. Как вы знаете, он является символом невинности в нас. This innocence never gets destroyed. Эта невинность никогда не разрушается. Because it is eternal. Потому что она вечная. But it may happen that it will get covered with some clouds by our mistakes that we commit. Но может так произойти, что она может быть покрыта некоторыми тучами из-за нашего неправильных поступков. But once you get your realization, your innocence is re-established, manifest. Но как только мы получаем реализацию, наша невинность восстанавливается, проявляет себя. And you become innocent. И вы становитесь невинными. Your attention becomes innocent. Ваше внимание становится невинным. It is impossible to follow your religion, either Christ or Muhammad Sahib or Jews, if you do not have enlightenment. Невозможно следовать вашей религии, то ли это христианская религия, то ли магометанская, то ли иудеанская, если вы не получили самореализацию. This is one thing they did not realize, because they were of a very high level people. Это они не поняли, потому что они являются людьми высокого степени развития. They did not know what is the condition of human beings. Они не знали, каковы условия людей. As in the Bible is written that if your right eye commits sins, means goes against Shri Ganesh, you take it away. В Библии написано, что если ваш правый глаз поступает неправильно, то есть делает что-то греховное против Шри Ганеши, то лучше вырвите его. Or if your right hand does anything wrong against Shri Ganesha, then cut it out. Или если ваша правая рука что-то делает неправильное против Шри Ганеши, то тогда отрубите ее. Just imagine if Christians were really practicing Christianity,
They all would have been without hands, without eyes. Просто представьте себе, если бы христиане на самом деле практиковали христианство, они бы на самом деле были бы без рук, без глаз. Because it is said that if you make any mistakes, you better cut out yourself. Потому что написано, что если вы совершили какую-то ошибку, то вы лучше зарежьте себя. Christ said that you should do it, and also for men he was very strict, not for women so much. И Христос говорил, что вы должны это делать, а также он был очень строг с мужчинами, не столь строг с женщинами. So Muhammad Sahib thought that why not say about women also? Поэтому Мохаммед Сахеб подумал, почему бы и не подумать и о женщинах также? Why not restrict them? Why only men? Почему не ограничить их, а только лишь мужчин? So he made strict rules for women also. Поэтому он произвел и строгие правила для женщин также. In this case, he said that you should hurt the woman or hit the woman or should try to restrict the woman. That is on the husband. И он говорил, что если вы можете как-то обидеть или нанести какой-то вред женщине, но все это может делать муж. But to do so, the husband himself has to be an innocent person. Но чтобы это делать, муж сам по себе должен быть невинной личностью. If he himself committed such mistakes, then what right he has got to become strict with his wife or with his sister? Если мужчина, муж, совершает сам подобное неправильное деяние, то как он может быть строг со своей женой или же со своей сестрой? And the worst thing was for the Jews. When Moses brought the Ten Commandments, he found that the Jews were having a decadent society as they have now. Но еще хуже дело происходило с евреями. Когда Моисей ввел свои 10 заповедей, то он видел, что еврейское общество тогда находилось на стадии упадка, таковым, каким оно является и сейчас. Nowadays we have this decadent society in America, in everywhere. Сейчас мы имеем это состояние упадка общества в Америке всюду. There are no morals. Не существует морали. And nobody talks of morality. И никто не говорит о морали. I feel that search is the only way where human beings can become innocent. Я нахожу, что сахаджи – это единственный путь, где люди могут стать на самом деле невинными. Because Jews were given what you call the Shariat, where it was, if you are a thief, cut your hands, cut your nose, cut this portion, cut that. It's very serious. Потому что у мусульман была такая вещь, как шариат, и где было написано, что если вы совершили какой-то грех, то вы должны были отрезать себе что-то, руку, другое что-то, что являлось очень серьезным. I saw that it is impossible to follow them because they are too pure, too important. Я нахожу, что невозможно следовать им, потому что они слишком важны, слишком тяжелы. If you are Christians, you can't have two eyes, you can't have your hands. Если вы христиане, то вы не можете иметь обе своих руки и оба своих глаза на месте. And if you are Muslims, your wives and your daughters and your sisters are always in danger. А если же вы мусульманин, то ваша жена или ваша сестра или ваша дочь всегда находятся в опасности. And if you are a Jew, then all kinds of punishments are written for them. А если вы евреи, то всевозможного вида наказания описаны для них. On the contrary, only the saints have been punished. Напротив, только лишь святые получали наказание. All the good people are punished. Только лишь хорошие люди наказывались. Because there are so many people who are extremely aggressive and sinful. Потому что существует так много людей, которые очень агрессивны и греховны. And they also do not know that there's wrong with them, something very much against the dharma, against the religion. И они также не знают, что не так в них, что бывает очень часто против их дхармы, против их религии.
With Sahaja only you get the light of the spirit. Только лишь сахаджи вы получаете свет духа. Shri Ganesha is the spirit within us. Shri Ganesha это дух внутри нас. And he incarnated on this earth as our Lord Jesus Christ. И он инкарнировался на этой земле как наш Господь Иисус Христос. But all kinds of things have been done against such great people. Но всевозможные вещи производились в отношении этих великих личностей. And they made separate religions. И они сделали разделенные религии. None of these books have separated themselves from each other. Ни одна из этих книг не разделяла себя друг от друга. For example, Muhammad Sahib has described about Moses, Abraham, Moses, Christ, Mother of Christ. Например, Мохаммед Сахеб описывал Авраама, описывал Моисея, описывал Мать Христа. So he never established another religion. Поэтому он никогда не устанавливал новую религию. He was talking about all the religions. Он говорил о старых религиях. Woven together in one. Которые были соединены все вместе в одну единую. But we have now people who do not believe that all the religions are born out of one tree of spirituality. Но сейчас мы имеем людей, которые не верят, что все религии были рождены от одного духовного дерева. They are not only fighting with others, but among themselves. Они ссорятся и дерутся не только лишь между другими, но также и между самими собой. In the name of God, they are killing so many people. Во имя Бога они убили так многих людей. Innocence is the source of love. Невинность это является источником любви. Like small children, when you see them sweetly dancing, you feel such tremendous love for them. Как, например, вы видите маленьких детей, когда они так приятно танцуют, вы чувствуете такую колоссальную любовь к ним. When you see a little baby, very sweet baby, smiling at you, you feel tremendous love for that child. Когда вы видите ребенка, маленького ребенка, который приятно улыбается вам, вы чувствуете такую огромную любовь к нему. If you do not respect your innocence, you can never be loving person. Если вы не будете уважать свою невинность, никогда вы не сможете стать любящим человеком. And without love, you cannot know truth. А не имея любви, вы никогда не сможете познать истину. Only thing is that we feel rather sometimes awkward, sometimes frightened to love the innocent people. Другое дело, что мы иногда чувствуем какое-то смущение, боимся любить невинных людей. The innocent are most harmless people. Невинные люди – это наиболее безвредные люди. I do not like parents to beat their children at all. Я не верю, чтобы родители били своих детей. Вовсе не верю в это. They are in innocence, do something. So you must be really kind to them and understand them. Это невинные души, которые делают что-то, поэтому вы должны с добротой, с любовью относиться к ним, если они что-то делают. Nowadays, in Russia also, there are many children who are born realized. Сейчас, а также в России в частности, рождается очень много детей реализованных. Because you all are now enlightened, and there are so many great saints who want to be born. Потому что вы сейчас являетесь просветленными, и есть очень много святых, которые хотят родиться. But you have to be innocent yourself. Но вы должны быть невинными сами по себе. The countries where the children are not respected, children don't want to be born. Те страны, в которых детей не уважают,
там не хотят дети рождаться. There is a minus growth in those countries. Тогда в этих странах маленький рост населения. But in a country like India, where there is so much love for children, they want to take birth in India, though there is poverty. И, но в таких странах, как Индия, например, где такая большая любовь к детям, они хотят рождаться, хотя там много нищеты. Children don't understand money and material things. Дети не понимают деньги или какие-то материальные вещи. They understand love. Они понимают любовь. If you don't have love in your heart, Sri Ganesha cannot shine within you. Если у вас нет любви в вашем сердце, то Шри Ганеша не засияет в вас. Now the difference between a mother and a mother who is very angry with the children is this. Теперь разница между матерью и матерью, которая очень сердита на своих детей, такова. Mother who loves her child enjoys everything she has to do for her child. Мать, которая любит своего ребенка, наслаждается всем, что бы ей не нужно было сделать для него. While the mother who doesn't love the child feels that she's doing too much, she can't do it, it's too much. В то время как женщина, мать, которая не любит своего ребенка, чувствует или думает, что она делает слишком много для своего ребенка. If you ask her what's the matter, she will say, I have to wash this, I have to clean this, I have to look after this child, this, all kinds of stories. Если вы спросите ее, то она скажет, что я должна убирать, я должна чистить, я должна делать всевозможные вещи ради своего ребенка. But a mother who is enlightened will love all doing all that and enjoy it. Но мать, которая любит своего ребенка, будет любить и наслаждаться всем, что она делает. She will have respect for her children. Она будет уважать своих детей. And she will make them respectable. И она сделает их уважаемыми. There is no need to be harsh with your children. Нет необходимости быть грубыми со своими детьми. Children are very sensitive and intelligent. Дети очень чувствительные и разумные. Maybe among thousands you might find one child who is not so good. Возможно, среди тысячи вы найдете только лишь одного ребенка, который не столь хорош. But later on, they pick up things from elders, especially from parents and from the atmosphere, and they start becoming troubles. Но впозднее они перенимают вещи, которые, возможно, есть в атмосфере, возможно, есть в их родителях, и они становятся беспокоящими детьми. That doesn't mean that you should not control or restrict your children and train them. Это не значит, что вы не должны управлять или ограничивать своих детей. Best way is to be yourself, innocent and dharmic. Лучше всего быть самим вам, невинными и дхармичными. Ganesha is the basis of morality. Ганеша является основой морали. Moral behavior, when it is lost in a society, that society becomes destroyed. Когда моральное поведение теряется в обществе, то это общество разрушается. Whatever may be the economic advantages they have, or they have financial advantages, or political advantages, but they get destroyed from within. Какие бы у них ни были преимущества, экономические, финансовые или политические, но они начинают разрушаться изнутри. For example, take the case of America, which is supposed to be an affluent country. Предположим, возьмем пример Америки, которая предполагается, что это процветающая страна, изобильная. Which is doubtful to me that they are affluent because they are indebted. Потому что это для меня сомнительно, что они в таком процветании. But
What is happening? Но что происходит? Small children of 12 years are killing and selling drugs. Маленькие дети 12 лет убивают и продают наркотики. In some other countries in the West, so many children are killed by the parents. В некоторых других странах Запада дети убиваются их родителями. Every country which is affluent has some sort of a specialty of immorality. Любая так называемая процветающая страна имеет свою собственную особенность аморальности. They are absolutely violent people, arrogant and egoistical. Они абсолютно эгоистичные, воинствующие люди. Innocence, first of all, absolutely resolve the ego. Невинность, прежде всего, полностью растворяет ваше эго. And when you talk to children, they make such sweet comments, such intelligent comments, that you are amazed how they are talking all this, saying all these things. И когда вы говорите с детьми, они делают столь приятные, столь разумные объяснения, что вы не можете представить, как это дети такое говорят. They are extremely affectionate and extremely kind. Они очень любящие и они очень добрые. I'll tell you a story of some friends went to see the grave of President of America, Kennedy. Я расскажу вам об одной истории, когда кто-то хотел посетить могилу президента покойного Кеннеди в Америке. So the child was looking at it, you see, and everybody was very solemn. И этот ребенок смотрел на эту могилу, и все были очень торжественны. Then the child turned to his father and mother and said, "Mommy, why should you put this president under the earth? All the worms will eat him up." Тогда затем он повернулся к своей маме и папе и сказал: "Почему это вы поместили вашего президента под землю? Ведь все черви его там съедят." Why this punishment? Зачем такое наказание? There are so many things which you can see from these children when they talk, how they describe about other people. Вы можете наблюдать очень много подобных вещей, когда дети описывают других людей. One day we had gone to the airport and one child was doing like this, like that, like that. Однажды мы поехали в аэропорт, и один ребенок делал так, как показала Шри Матаджи. So I said, "What are you doing?" Так что я спросила: "Что ты делаешь?" He said, "I'm trying to tie up these people. They're all off their heads." Я пытаюсь связать всех этих людей. Все они как-то вне себя. Like yesterday, Свадиштана чакры they were. Как вчера во Свадиштане чакры вы видели в пьесе их. So children see also the game, the whole drama is absurd. И дети поэтому видят, что это все драма, вся эта игра, вся она абсурдна. They're very innocent. And so it's the easiest thing to give them good manners. Они невинны, и это поэтому очень легкая вещь дать им хорошие манеры. In the case of Sri Ganesha, we have heard about the story that they had given, the parents gave them, the father especially, said that the one who will go around the Mother Earth, I'll give him some present. В случае со Шри Ганешей вы знаете, что его отец сказал, что тот, который обойдет вокруг земли первым, я дам ему подарок. And Shri Ganesha thought that look at this Kartikeya, he can go faster because he is going on this peacock, which is a bird which can fly. What about me? I am just going on a little rat. Поэтому Шри Ганеша подумал: посмотрите, этот Картикея, он имеет птицу, поэтому он может лететь гораздо быстрее вокруг Земли, хотя у меня есть маленькая мышка всего лишь. But as he is the source of all wisdom, in his wise wisdom he thought,
My mother is greater than this Mother Earth. Но поскольку он является источником мудрости, в своей великой мудрости он подумал, ведь моя мать более великая, чем эта Мать-Земля. So we went three times round his mother, and he got the present. Так что он три раза объехал вокруг своей матери и получил этот подарок. A person who is innocent is extremely humble. Человек, который невинен, он крайне смирен, скромен. He doesn't try to show off. Он не старает рисоваться никогда. She doesn't know how to show off. Он даже не знает, как ему рисоваться. For example, Sri Ganesha has a little rat as his conveyance. И, например, Шри Ганеша в качестве своего транспорта имел маленькую мышку. But if you see people who are show-offs, they try to buy cars beyond their means with big loans. Just to show off that they are rich. Но те люди, которые хотят рисоваться, они пытаются, стараются покупать дорогие автомобили, которые им не по карману, и они ради этого берут какие-то займы. This is a disease of people who are not innocent. Это болезнь с людьми, которые не являются невинными. And people take advantage of this very much in the world. И люди очень сильно пользуются этим в мире. Like in the West, you see, they have designers. Как на Западе, например, они имеют дизайнеров. And they put their stamp as designers. И они ставят свой штамп как дизайнеры. And one has to pay a lot for that. И каждый должен платить очень дорого за это. So, if it is on the coat written the designer's name, they always try to show like that, walking on the road. Поэтому, если где-то у него написана такая марка дизайнера, то он пытается ее всячески показать, когда он идет по улице. But nowadays they are putting the sign here of the designer. Но сейчас они стараются показывать впереди на груди этот знак дизайнера, где показывают Шриматаджи. It's very much in the West, not so much in Russia, but it will come. Это в большей степени касается Запада. Это не столь распространено в России, но это и сюда придет. And the entrepreneurs take full advantage of it. И дельцы получают полное преимущество из-за этого. That way, I must say, Indians are very, very, very wise. Not all, but most of them. Мы можем видеть, что индийские люди очень, очень мудрые люди. Не все, но большинство из них. And because they believe in Sri Ganesha, they would not waste their money for showing off. И потому что они верят Шри Ганешу, они не используют свои деньги для какой-то рисовки. So thus the entrepreneurs take full advantage of the people who try to show off. Поэтому дельцы пытаются взять полное преимущество над людьми, которые хотят как-то рисоваться. Innocent person is not bothered about his own body. Невинный человек не очень заботится о своем теле. About any fashions or about any additions to his body, like people wear things just to show off. Такой человек не будет, как человек, который, он не будет заботиться о том, что он носит, или о каких-то добавках к своему костюму ради рисовки. I'm just telling you, because all this nonsense is coming to your country. Я говорю вам ради того, что весь этот нонсенс сейчас как раз идет в вашу страну. I hope you people will understand that the greatest quality of beauty of personality is innocence. Я хочу, чтобы вы, люди, поняли, что величайшее качество – это чистота, это невинность. Когда невинность теряется, то люди играют на руку этим дизайнерам, и которые делают все эти вещи, одежды. They make clothes for women, which expose their body. Они делают одежду для женщин, которая выставляет на показ их тела. And the more it exposes, the
more it is expensive. И чем более это их тело выставляется на показ, тем более это платье дорого. And despite all the cold, they try to wear clothes which are very scanty. И несмотря на это, на весь холод, они пытаются, стараются носить вот эти такие очень открытые одежды. And you can't even look at them. И вы не можете даже смотреть на них. But they think no end of themselves. Но они слишком высокого мнения о себе. And all our films in the West are so horrible now that you just don't want to see. И все сейчас фильмы на Западе столь ужасны, что вы просто не хотите смотреть их. If they make some films out of children, which are innocent, I tell you, they can earn lot of money. Я бы сказала вам, что если бы они сделали какой-то фильм из детей, которые являются невинными, то они бы зарабатывали много денег на них. The foundation of dharma is Shri Ganesha. Основой дхармы является Шри Ганеша. If you see children, they don't know how to tell lies. Very difficult. Если вы посмотрите на детей, то им очень трудно лгать. Это им тяжело. They say things sometimes which might be embarrassing. И они иногда говорят вещи, которые могут смущать вас. Like even mother was saying in the presence of the child to her husband that the man who is coming in the evening, he eats like a hog, like a hog. Как одна мать сказала в присутствии своего мужа, что этот человек, который должен прийти сегодня к нам, ест буквально как свинья. So this boy heard it, and when that gentleman came, he started eating. He was looking at him. Поэтому этот мальчик запомнил это, и когда этот человек пришел, то он стал с изумлением смотреть на него, когда тот человек ел. And then he says, "Mother, he doesn't eat like a hog." И тогда он сказал: "Мать, он совсем не ест как свинья." Why did you say that he eats like a hog? Почему вы сказали такое, что он ест как свинья? You should not tell lies. Вы не должны говорить неправду. And mother was so embarrassed. И мать была столь смущена. So they minimize also innocent person by his innocence minimize the judgment of others and criticism of others. Поэтому тот человек, который обладает невинностью внутри себя, он минимизирует критическое отношение к другим людям. Because they don't see things which normally a person who is immoral can see. Потому что он в основном не видит те вещи, которые видит аморальный человек. Or who is not innocent can see. Или который не является невинным. I remember my own granddaughter once. She saw a lady in a swimming dress. Однажды я помню свою дочку, которая однажды увидела женщину в костюме для плавания. It was a picture. So she said, "Hey, you go and dress up properly, otherwise my grandma will be angry with you." Это была картина, но она сказала: "Ну-ка ты иди оденься правильно, иначе моя бабушка будет сердита на тебя." I see. So when you see all these small little children talking, the way they behave, the way they are innocent, you really enjoy, because innocence is the source of love. Поэтому, когда вы видите, как ведут себя эти дети, как они невинны, вы получаете наслаждение, потому что невинность является источником наслаждения. And it is the source of joy. И она является источником радости. Because if you do not have love, you cannot enjoy anything. Потому что если у вас нет любви, то вы не можете ничем наслаждаться. And you start criticizing. И вы начинаете критиковать. And judging. И судить. And wasting your energy on nonsensical thing. И тратить понапрасну вашу энергию на бессмысленные вещи. Like the other day, I was listening to some good music, and the gentleman was singing with his hands a little bit more of action. И я, как однажды недавно, я видела человека, который исполнял хорошую, пел хорошую музыку, и вот он двигал таким образом, как показала Шримата Джи, руками.
But he had closed his eyes and music was wonderful. Но когда я закрыла глаза, он закрыл глаза, музыка была прекрасная. I really got lost into it. И я просто потерялась в ней. But there were some ladies, he said, what clothes he was wearing, how he was putting his hands. All these superficial things they were saying, not the essence. Но была женщина, которая говорила, что за одежды он носит, что он делает за жесты руками, всевозможные поверхностные вещи она обсуждала. But innocence takes to the essence. Но невинность прибегает к основам. And the essence is love. И суть является любовью. Thus we have to understand that the quality of Ganesha we must all imbibe within ourselves. Поэтому мы должны понять, что качество Ганеши мы все должны впитать в себя. His quality of innocence, which is already there within us, has to be manifested. Те качества его невинности, которые уже находятся в нас, должны проявляться. Like I was with one Sahajogi in his house, and we had a meeting there about 25 people. Как я была в одном доме Сахаджа-йога, и там должна была быть встреча 25 людей. And the meeting was over. I thought he had said that I'll have my dinner there. So I just waited for all of them to go away. И когда встреча закончилась, то он сказал, что все закончилось. Я просто ждала, когда они все разойдутся. This gentleman was in the kitchen when they all went away. Он, этот человек был в кухне, когда они все уходили. He came back and he said, "Mother, what have you done? Why have they gone? I've cooked for all of them." И когда и он сказал, "Мать, почему они все ушли? Ведь я все приготовил для них, всю еду." And tears came into his eyes. И слезы пришли на его глаза. I was so much overwhelmed by his generosity, by his kindness. И я была столь потрясена его такой щедростью, такой добротой его. And when the generosity is done innocently, you are not even aware of what you are doing. А когда щедрость происходит из невинности, то вы даже не сознаете, что вы делаете. You just enjoy your generosity. Вы просто наслаждаетесь вашей щедростью. And you don't bother as to see what is the reaction of the another person. И вы просто не беспокоитесь, какова есть реакция другого человека. We have in our shastras description of such people. Мы имеем в наших шастрах описание такого рода людей. Like Shri Ram. Как Шри Рама. He went into the forest and there was a very old lady of a tribal, of a tribal area. Oh. Very old. Only she had two teeth left. Yes. Он пошел в лес, и там была очень-очень старая женщина, которая жила, по-видимому, в племени в каком-то. И она была столь стара, что у нее осталось всего лишь два зуба во рту. Her name was Shabari. Ее имя было Шабари. And she came before Shri Ram and offered him some plums, you can say, to bear. Она подошла к Шри Раме и предложила ему несколько слив или несколько ягод. Yeah, yeah, I know. Несколько ягод, не слив. And she very innocently told him, "See, all these I have tested with my teeth, and those were sour. I have thrown away because you don't like sour ones." But they are all sweet. И она сказала ему, что все их я проверила сама в своем собственном во рту. Я все их надкусила, и те, которые были кислые, я выбросила, а все, которые сладкие, я оставила для вас. Normally in India, people don't eat anything what is being touched by another mouth. В Индии обычно никто не будет есть что-то, что побывало во рту чужого человека. So Shri Ram says, "Oh, I see, you've done this work. So please, may I have all these?" Так что Шри Рама сказал, "О, конечно, можно ли мне взять их все?" But his brother Lakshmana
was angry. What is this lady? She has no manners. Но его брат Лакшмана был зол. Что это за женщина? Что у нее за манеры? So when she started putting this bear into the mouth of Sri Rama, he was getting even worse. Поэтому, когда она стала помещать эти ягоды в рот Шри Рамы, то он становился еще хуже. So she said, "See how carefully I have done this testing, and you are enjoying. Otherwise, you would not have enjoyed them." Он сказал: "Посмотрите, как я тщательно сделал это тестирование, а иначе вы бы не получили никакого удовольствия от этого." And here, Lakshmana was getting angry, very angry. И Лакшмана стал очень, очень зол. So Sri Ram says, "Oh, what wonderful fruits! I have never eaten such fruits in my lifetime." Поэтому Шри Рама сказал, что какие замечательные фрукты, я никогда не ел таких фруктов в своей жизни. So his wife Sita, she said, "Why don't you give me some?" Поэтому его жена Сита сказала: "Почему же ты не дашь мне немножко?" He said, "No, no, these are for me. I can't give you." Он сказал: "Нет, нет, это только лишь для меня, я не могу тебе дать." So Sita ji said that, "After all, I am your wife, and you have to share everything with me." Но Сита ji сказала: "Ведь я твоя жена, и ты в конце концов должен все делить со мной." He said, "All right, as a matter of right, I am giving you." Он сказал: "Ну хорошо, так и быть, я тебе дам." So he gave those bear, those fruits. Поэтому он дал эту ягоду ей. So Sita said, "What? This is just like ambrosia. Such beautiful fruits I've never eaten." И Сита сказала: "О, это как амброза, такой замечательный плод я никогда не ела." So she tells her brother-in-law, "See what fruits? These are heavenly fruits." Поэтому она сказала своему зятю: "О, что за фрукт? Это божественный плод." So he got tempted. Поэтому он получил искушение. So Lakshmana said, "Give me some to test also." Поэтому Лакшмана сказал: "Дайте и мне немножко попробовать." So Sita ji said, "No, no, no, no. I'm not going to share. After all, I've got it with great difficulty from your brother. I'm not going to share." Она, Сита ji, ответила: "Нет, нет, нет. Я и так с большим трудом получила ее от твоего брата, поэтому я не дам, не буду делиться с тобой." So Sri Rama said, "All right, give her, give him something." Но Шри Рама сказал: "Хорошо, дай ему все-таки немного." So this innocent old lady says, "No, I have some more. I can give him." Но в своей невинности эта женщина сказала, эта пожилая женщина сказала: "Нет, у меня есть еще, я могу дать ему." "You can have your share. I have some more. I can give him." Он может получить свою долю, у меня еще есть, я могу дать ему. And she gave it to Lakshmana. И она дала их Лакшмане. He started eating and he really enjoyed. So much he enjoyed. He said, "My God, I have never eaten such beautiful fruits." И он стал есть их, и он сказал: "Мой Боже, я никогда не ел таких замечательных фруктов." Even Shri Krishna, whenever he used to go to the capital of Hastinapur, he would not live with the kings, that Duryodhana, but with Vidura, who was a son of a maid servant. Поэтому Шри Кришна, когда он был королем, он никогда, и когда он приезжал в столицу, он никогда не жил с королем, а жил с Витхура, который был слугой. Because Vidura was an enlightened man. Потому что Видхура был просветленным личностью. And he used to respect Vidura much more than anybody else. И он уважал Видхуру гораздо больше, чем кого-либо другого. But sometimes a mistake we commit, that we get too much attached to innocent children. Но иногда мы совершаем такую ошибку, что мы слишком привязываемся к невинным детям. Give them too much importance. Придаем им очень большую важность. Innocent is like a river flowing. Невинность – это как текущая река. But if you try to stagnate it, then the children get spoiled. Но если вы пытаетесь запрудить ее, то дети портятся.
They must be respected, but one should not try to make them look like something very exceptional. Они должны быть уважаемы, но не нужно пытаться делать из них что-то исключительное. They are all just the same. Они просто все одинаковы. They have certain various facets, but I've seen children are just the same. Они имеют некоторые свои особенные грани, но я вижу, что дети все как одни, одинаковые. Firstly, they never get bored. Never get bored. А прежде всего, они никогда не скучают. If you are innocent, you'll never be bored. Если вы невинны, вы никогда не будете скучать. You see beauty all the time. Вы видите все время прекрасное, красоту. And even if you are alone, you enjoy yourself. И даже если вы наедине, то вы наслаждаетесь сами собой. It is only the grown-ups get bored. Только лишь взрослые скучают. Now supposing you are in the airport and it's late, the plane is late, all the older people will be very upset. Поэтому, предположим, если вы в аэропорту и вылет задерживается, то очень многие люди, особенно пожилые люди, расстраиваются из-за этого. But children will start playing with something that is in the airport. Anything. A railing is there, or a steps are there, they'll go up and down. Enjoy this. Но дети тут же начнут играть с тем, что есть в аэропорту. То ли это какие-то перила, то ли это какие-то ступеньки. Они моментально начинают с этим играть. They don't want to make a sort of a life miserable by just bringing everything to some meticulous definition. Они просто не хотят делать жизнь скучной, чтобы приводить ее в какие-то скучные, такие скрупулезные определения в эти границы. I've seen in the airport many a times people just feeling very bored and terrible, and while the children are running up and down and playing and enjoying and making friends with other children whom they have never met. Хотя я в аэропортах очень часто видела, как люди сидели, скучали, а дети же очень прекрасно наслаждались, играли и тут же знакомились друг с другом. Only by innocence you can transcend your limited ideas. Только лишь обладая невинностью, вы можете пересечь ваши ограниченные познания, идеи. I have seen parents who are extremely racist. Their children take to other people in no time. Я видела у родителей, которые являются очень большой степени расистами, люди, их дети очень легко тянутся к другим людям. An innocent person is like that. He just can carry on with any type of person without even thinking what sort of a color he has, what sort of a face he has, or what sort of hair he has done. Дети таковы, что они могут легко находить общий язык с любым человеком, независимо какой цвет его волос, какой цвет его кожи, какая у него прическа. These things do not matter. Эти вещи не имеют значения. These are superficial. Это поверхностные вещи. But children do not bother about superficial things. Но дети не беспокоятся о поверхностных вещах. They just want to see the heart of the person. Они просто хотят видеть сердце этого человека. If the person is loving, whatever may be the race, religion, anything, children will jump. Как, если этот человек невинен, то какова бы ни была его раса, религия, то этот ребенок просто прыгнет на него. I've already told you that innocence dissolves the ego. Я уже сказала вам, что невинность растворяет эго. Innocent person cannot be aggressive. Невинный человек не может быть агрессивным. And if the aggression is there, that is also very loving aggression. И если и даже есть агрессия, то она очень любящая. Like a child would come and say that, why don't you give my clothes to this boy? Как, например, ребенок подойдет и скажет, почему я не могу отдать свою одежду этому мальчику? And if you say, oh God, I paid so much money and you want to give it to this boy? О, если вы скажете, о Боже, я заплатил столько много денег, а он хочет отдать свою одежду этому ребенку. So he'd say, all right, next time again you buy for me, but let me give this to this boy, innocently.
то он с невинностью скажет: хорошо, но на следующий раз ты обязательно купи и отдай эту одежду тому мальчику. Innocent children do not have sense of possession. Невинные дети никогда не имеют чувства собственничества. Also, they do not hesitate to share their things if they are innocent. Также, если они невинны, они никогда не будут колебаться, чтобы разделить с кем-то свои вещи. But if they are brought up in a way that they show that this is yours and this should be kept as yours, all the time put into his head, this is yours, then they start becoming possessive of their things. Но если они воспитаны таким образом, что им все время внушается, что это ваше, это ваше, это вдалбливается в вашу голову, то они развивают в себе это чувство собственничества. The best thing to enjoy is to live with children. Best thing to enjoy life is to live with children. Лучший способ наслаждаться жизнью – это жить с детьми. And to be like them. И быть таковыми, как они. And to enjoy them. И наслаждаться ими. This is how our innocence gets nourishment. Вот как наша невинность будет питаться. In Sahaja Yoga, I've seen people become really very innocent. В Сахаджа Йоге я вижу, что люди на самом деле становятся очень невинными. Shri Ganesha, who is on the back side of your head also, who is Mahaganesha here, starts acting on the eyes. Шри Ганеша, который находится также на сзади вашей, на затылке вашей головы, который здесь является Маха Ганешей, начинает просветлять ваши глаза. The lust and greed from the eyes just drop out. Жадность и похоть из ваших глаз просто исчезают. Because you become innocent in your attention. Потому что вы становитесь невинными в вашем внимании. So you don't have to take out your eyes. As Christ has said. Поэтому вам не нужно будет вынимать ваши, удалять ваши глаза, как говорил Христос. Nor you have to cut your hand. И также вам не нужно будет отрезать вашу руку. Because you really become moral. Потому что вы на самом деле становитесь моральными. I don't know how many of you know that all of you have become saints. Я не знаю, как многие из вас знают то, что вы уже стали святыми. As Ganesha was created, you are also created as innocent saints. Как Шри Ганеша был создан, так же и вы все были созданы как невинные святые. Try to respect your innocence. Старайтесь уважать вашу невинность. That will make you feel young and happy. Это будет заставлять вас чувствовать себя молодыми и счастливыми. Is a In India, in Maharashtra, we have four Swayambhu Ganeshas. В Индии, в Махараштре, мы имеем восемь Свайамбху Шри Ганеши. And I've seen the people of Maharashtra are quite innocent. И я вижу, что люди Махараштры очень невинны. Somehow, it's a very ancient country, and in that area especially, Shri Ganesha is worshipped. So, people have become very innocent. Это очень древняя страна, и в этой стране особенно поклоняются Шри Ганеше, и поэтому эта страна обладает такой невинностью. They have Ganesha being established during certain time now is the time for 10 days. Мы знаем, что Шри Ганеша должен быть установлен какое-то время. Сейчас это время 10 дней. Made out of clay. And later on is put in the water, sea or river. Значит, должен быть сделан из глины, а потом должен быть помещен в реку, реки или море, воду реки или моря. But as this Coca-Cola culture has also come to India. Но сейчас эта культура Кока-Колы также пришла и в Индию. In the presence of Sri Ganesh, they were singing. Horrible vulgar song and drinking in his presence. В присутствии Шри Ганеши они поют вульгарные ужасные песни, а также и пьянствуют даже. These were all public Ganeshas, you see.
Это публичный Ганеша, понимаете? So I want them in two lectures that don't do this, because if Shri Ganesha gets angry, you will get earthquakes. Поэтому я предупредила их в одной из лекций своих, что если Шри Ганеша рассердится, то вы получите землетрясение. They would not believe. Но они не хотели верить. So, third year, these people in a village, in a quite a big place, went to the Ganesh Visarjan, means where they put it Ganesha in the water, and came back. Поэтому эти люди в этой большой деревне, в большом населенном месте на третий год пошли и поместили вот это глиняное изображение Шри Ганеши в воду. And they were all drunk, and they were dancing. И они все также плясали и также пьянствовали. In the night. Ночью или вечером. And suddenly this great earthquake came in. И внезапно произошло это великое землетрясение. And all of them were buried. И все из них были похоронены, погреблены. Except for Sahajogis. За исключением сахаджа-йогов. And the Sahajoga center, which was there, was not at all hit by earthquake. И центр Сахаджа-йоги, который был там, в этом месте, вовсе не пострадал от этого землетрясения. And there was a big gap around the center. И существовала большая брешь вокруг центра. So the people ran towards the center that they can be saved. Поэтому люди бежали по направлению к центру для того, чтобы спастись. But they all fell in that big gap and died. Но они все попали в эту большую расселину и все не погибли. So on the other side, the innocence is very powerful. Так что с другой стороны, невинность также очень могущественна. Anybody who tries to molest or to try to destroy somebody's innocence is ultimately very badly punished by Shri Ganesha. Тот человек, который пытается как-то привести, нарушить невинность другого человека, развратить другого человека, в конце концов получит гнев Шри Ганеши, наказание Шри Ганеши. Those people who do not worship Ganesha in their heart can become right-sided or can become left-sided. Те люди, которые не могут поклоняться Шри Ганеше в своем сердце, могут быть или левосторонними, или правосторонними. They become right-sided, they get all kinds of diseases. Если они становятся правосторонними, они получают всевозможные болезни, which are more physical. Которые более физические. And if they become left-sided, then they get diseases which are psychosomatic. А если они становятся левосторонними, они получают психосоматические болезни, which are incurable. Которые неизлечимы. We have had some horrible people in our country who preached that through Muladhara Chakra, through sex, you can raise the Kundalini. Мы имели некоторых ужасных людей в нашей стране, которые проповедовали, что через секс мы можем поднять кундалини. And they became tantrikas. И они стали тантриками. People who were tantrikas did all kinds of horrible things in the temples. They put erotics, insult to Shri Ganesh. Эти люди, которые становились тантристами, они делали всевозможные ужасные вещи. Они и рисовали эротические сцены и всевозможные оскорбления для Шри Ганеши в церквях, в храмах. They are all now being destroyed. Сейчас они все разрушаются, уничтожаются. So one should never try to challenge a person who is innocent, who has the blessings. Поэтому никогда не нужно бросать вызов невинному человеку, который имеет благословение Шри Ганеши. Only through enlightenment one can awaken Shri Ganesha within yourself. Только через просветление вы можете пробудить Шри Ганешу внутри вас.
May God bless you. Да благословит вас всех Бог.